всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с крутой рубрикой «Битва за контейнеры». Всем здорово! Ну а в этой рубрике, чуваки, нам с Пашей сегодня предстоит проверить свою удачу, свою интуицию и свою логику, чтобы выбить самые крутые тачки на жесткие испытания. Ну и, чуваки, под одним из видосов я вас просил написать в комментариях ваши любимые марки автомобилей. И сегодня в ролике мы с Пашей откроем три партии контейнеров с самыми популярными моделями. У нас подготовлены первые контейнеры, внутри которых находятся электрические машины. И, как вы догадались, это Теслы. Далее, чуваки, мы откроем мои самые любимые контейнеры под названием Ламбо-контейнеры, внутри которых находятся как старые тачки, так и новые суперкары и тачки будущего. Ну и в конце комментариев набралось больше всего с маркой автомобиля под названием BMW. Поэтому мы откроем еще и BMW-контейнеры. Так что, чуваки, пожелаю вам сегодня приятного просмотра, пожелаю вам приятного аппетита и крутого настроения. Ну а мне будет безумно приятно, если вы меня поддержите своим лайкусиком и подпиской на канал, кто еще не подписан. Но мы тогда не будем тянуть, погнали проверять свою удачу. Итак, дорогие друзья, сегодняшние марки автомобилей будут соревноваться в жестких испытаниях. Поэтому давайте проверим, кому повезет, а кому не повезет. Итак, смотри, еще раз повторюсь, сегодня есть три партии контейнеров. Вначале мы откроем Tesla контейнеры, потом мы откроем Lambo контейнеры, а в конце у нас BMW контейнеры. И именно такие марки написали больше всего раз в комментариях. Поэтому, Паша, я думаю, пришло время проверить, кто будет первый открывать Tesla контейнеры. Электрические, от самых старых до самых новых. От самых новых до самых старых. Я буду первый. Кто первый, кто первый? Давай, камень, ножницы, бумага. В прошлый раз кто победил? Вроде бы я победил. Да, я победил. Поэтому еще раз я выиграю. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ножницы. Ай, проиграл. Да, я научился его выигрывать, чуваки. Наконец-то. Удача на моей стороне. Поэтому я думаю, мне повезет еще и с тачкой. Итак, Теслы. Самая быстрая Тесла, это какая? Тесла Плейт, наверное, да? Да, самая быстрая, новая. Самая медленная какая? Тесла Кибертрак, что ли? Тесла Модел 3. Я не знаю, чуваки, надо чисто на свою интуицию. Опа, на свою интуицию довериться. Или можно подсмотреть контейнер и увидеть фиолетовый цвет. А посматривать нельзя? Ладно, вот специально посередине контейнер я не буду открывать, потому что фиолетовый цвет меня приманивает. Если он меня приманивает, там стопудово развалюха. Я знаю эти приколы всякие. А может, наоборот, там быстрая тачка? Нет, это не быстрый. Подвинул, чтобы я посмотрел и открыл его. Конечно. И смотрите, советует, ты что, открыть? Быстрая тачка, говорит. Ага. Ну да, советую. А я его специально не буду открывать. И, ребята, давайте сегодня я выберу контейнер под номером. Ну-ка. А я вначале у Алисы спрошу, смотри, и проверю, как раз сегодня она мне поможет или она меня подставит. Поэтому смотри. Ну, давай. Алиса, давай. Называй число самое крутое от 1 до 5. Так, Алиса, назови число, путь будет 2. Ну-ка. Выпало число 2. Что? Как ты угадал? Реально. Так, у меня контейнер 2, и, ребята, если Алиса меня обманет, там развалюха, я ей больше не буду доверять, не буду сам выбирать. Итак, давай, раз, число 2, 3, бамс! Бамс. Что это? Квадроцикл, Паша. Квадроцикл? Вы что? Погоди. Это точно самый медленный транспорт. Но это самый быстрый вы что, квадроцикл. Я что, на квадроцикле в гонке буду гонять, что ли? Ёлки-палки. Ну, классно. Так. Ладно, чуваки. Тогда следующий контейнер я буду на свой выбор открывать. Больше я не доверю вообще ни разу. Ну, смотри, ёлки-палки. Ты выбил самую фиговую. Давай, сказать, что твоя очередь. Только машины. Так, как ну-ка. А вдруг там не машины? Вдруг там Тесла на пульте управления маленькая. Конечно. Нет, Тесла подгузник. Давай, выбирай. Так, как это я выберу, наверное, Энки-бенки-бенки-бамс. Второй. Не выпал ничего. Так, нет, второй я не буду выбирать. А ты открывай посередине фиолетовый контейнер. Мне интересно, может, там реально развалюха находится какая-то. Нет, фиолетовый цвет это не мой любимый цвет. Я выберу... Кстати, я вижу, тут что-то белое. Что? Так, белое? Слушай, не посмотри, попа хитрая. Смотрите, какой. Ага, конечно. Давай, выбивай, какой контейнер хочешь я другой. Я выберу четвертый. Я увидел цвет, поэтому я думаю четыре. Серьезно, что это? Я понял, Tesla Model X. Ну подожди. Больше всего мне хочется открыть фиолетовый контейнер. Что там было? Ты меня обманул. Ой, самая быстрая. Там самая быстрая тачка. Tesla Blade. А я тебе говорил. Ты сказал, там развалюшная старая. Я не говорил, я сказал, хороший контейнер.
Кибертрак был! Серьезно! Ребята, ребята, почему Алиса мне выбрала второй контейнер? И тут еще... Да вы чё? Суперкар! Я бы был рад любой тачке из этих всех хобби-квадроцикла! Я сегодня мини-мальчик какой-то. Хорошо, хорошо. Первый контейнер. Мне не повезло. Переходим к лампа-контейнерам. Ну тут-то, ребята, я здесь не доверю выборы. Я буду сам выбирать. Поэтому давай, надо выберешь, очень внимательно. Давай, что? Ты выберешь лампу синюю какую-то. Лампу на колесах. Да, конечно. Вот лампа-квадроцикла точно не существует. Не существует же, да, надеюсь, его. Подожди! А может, лампа на пульте управления? Лампа квадроцикл, BMW квадроцикл и Tesla квадроцикл. И буду квадрокоптером. Ладно! Так, на считалку, может быть, на считалку. Эники, беники, ели, вареники, эники, беники, бам. Посередине. Ну-ка. Нет! Нет! Я не поведусь на это! Считалка всегда только посередине выбирает. Я выберу либо слева крайний, либо справа крайний, либо наоборот. Да выбирать ты уже, елки-палки. А я выберу, выберу! Только надо лампа контейнеры на нюх выбирать. Ну-ка, на нюх подсматривай. Смотрим. Нет, ладно, не посмотрим. Давай, пакет. Вот это. Ну-ка, может, тут по надписям что-то видно? Хотя по надписям они все одинаковые. Ладно, вот чисто на интуицию. Смотри, вот тут было, что у тебя получается? Tesla Model X в четвертом, да? Да, и я, наверное, крутая. Выбью тоже четвертый контейнер. Чисто я по твоей тактике буду действовать. Ох, вот какой. Этот, ну, вот ладно, этот. Давай, да, открывай. По прямой пойду. Поэтому раз, два, три, бамс! Бамс! Неплохо. Мне это нравится! Ребята, по внешнему виду, это как будто самая быстрая лампа! А сзади она вообще пушка-ракета. Паша, стоп, быстрее твои Теслы будут! Да! Погоди! А кто сказал, что я квадроцикл буду на гонку брать? Я Ламборгини на гонку заберу, чуваки! О, да! А теперь очередь Плейсна. Давай, давай, давай! Квадрокоптер сейчас выйдет. Серёха, так как ты открывал тогда, что такой второй контейнер, да, вроде? Второй! Да? Я открывал второй контейнер, да! Это Алиса открыла мне его. Смотри, мы вот поменялись. Ты, я открывал четвертый, ты открыл тот четвертый, а ты открыл второй. То есть ты хочешь мой контейнер открыть, потому что я твой открыл? Ну да, я открою второй! Серьезно, внедорожник, Ламба Урус! Погоди! У тебя... я не понял, ты что, коллекцию себе внедорожников собираешь, что ли? Ну да, прикольно, классно, кроссоверы. Леса, кроссовер, 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 кроссовер. А кроссовки тебе не нужны еще? Так, ребята, коллекция у нас вообще разная получается, посмотрите. Мне кажется, Паша меня сегодня в лепешку давить будет. Ладно, я тебя хорошо уничтожу. Погоди, но самое интересное, что было в первом контейнере? Бамс, бамс. Ой, фигня. Ой-ой-ой, а ты что первый не открыл? Посмотри, какая пушка зеленая, ракета. Да нет, жаба какая-то. Надо было первый тебе открывать, второй, ну... Пипец, посерединке. Я ж говорил, ё-моё, посередине самая крутая. И тут у нас старая лампа. Старая лампа. Нет, ребята, все-таки у меня не самая быстрая. Вот эта тачка намного быстрее. Ну и переходим к финальным контейнерам, которые вы просили больше всего. Это BMW, чуваки. Ой, как было много комментариев. Я просто офигел их считать, чуваки. Поэтому я сегодня первый. Я должен выбить самую крутую тачку. Давай, Бэху, фиговую выбери. Бэху, Бэху. Нет, фиговых Бэх не существует. Там стопудово должны быть Бэхи самые спортивные. Самые гоночные, хотя мотоцикл старые... Мотоцикл есть BMW, выбери мотик. Хотя подожди, а что это я, что это я, нет, 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 мотоцикл я не против мотоцикла. Я на нем тебя обгоню на двух колесах. На толкучку. Нет, вот на толкучку не надо мне мотоцикл. Так, все, не отговаривай меня. Подожди, может быть Алисе довериться? Давай. И спросить число у нее? Нет, я ей не доверяю больше, что реально мотоцикл будет. Давай, на интуицию. 1, 2, 3, 4, 5. Я выберу сегодня, так получается, четвертый мы открывали, второй мы открывали. Мы не открывали первый, третий и пятый. Давай так, либо посерединке, либо по бокам. В прошлом контейнере в тройке была самая крутая тачка. Значит, тут ее не будет. Поэтому она либо в первом, либо в пятом самая крутая. Итак, либо в первом, дробь, либо в пятом. Что ты выберешь? В первом, в пятом. Я выберу тебе в шпан стрельнуть. Подожди. Нет, не депрессуй меня. Так, надо выбирать, надо выбирать. Ладно, Энники, Бенники, Ели, Вареники, Энники, Бенники, бам. Первый, все, я выбрал. Первый контейнер. 3, 2. Итак, что один, бам! У-ху! Паша! Мой первый внедорожник! Чё ты смеешься? Полицейский! Ну, старый какой-то! Старый? Чего? Какой старый? Ты офигел, что ли? Я там впервые не посмотрю! Ты посмотри! Зато я уверен, что если бы я не открыл этот контейнер, у Паши бы было 3 внедорожника! А теперь в моей коллекции есть первый внедорожник! Так, с мигалками, полицейский! Все! Мне всю дорогу будут уступать! Давай, давай! У тебя осталось 4 контейнера, 4 BMW! Какой ты выберешь? Слушай, я вот думаю, открыть либо второй, так, либо же все-таки четвертый. Потому что мы открывали сегодня и 4, и 2. Да, ну, точнее, да, я 4 открывал. Поэтому я думаю, так, ладно. Эники, бэньки, ели, вареньки, эники, бэньки, бам. Какой? 4, так, ладно. 4, давай, раз, давай. Раз, два, итак, три, и бабух.
Старая Пеха! Да! Вот это старая пошла называется! Да! А еще мою Пеху старой называл! Так, подожди, а что было во втором контейнере? Проверяем! Бам! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо было зеленку открывать! В третьем контейнере была какая Пеха? Спортивная! Need for Speed Most Wanted! И в последнем? Черная! Черная молния! Wow. Ребята, ну вы понимаете, что сегодня у нас коллекции абсолютно разные, поэтому на испытаниях вообще непонятно, кто победит. Потому что у меня, чуваки, есть Lamborghini, спортивная, суперкар, есть квадроцикл и внедорожник. А у Паши что? Бэха и Ламба, и Тесла, и все разные. Короче, давайте так сделаем. Прокачаем, протенингуем и уже в испытаниях выясним, кто станет сегодня королем-победителем. Ну а вот, чуваки, наши тачки прокачаны, а если быть точнее, у меня квадроцикл, а у Паши Пеха. И мы их взяли специально на первое испытание, которое идеально подходит для моего транспорта, чуваки, и называется оно «Догонялки». Кто за 2 минуты уедет сегодня отводы на своей точиле, тот и получит первый балл за испытание. Ну а кто будет быстрее, Тесла или вот такая Пеха, ребята, давайте узнаем. У меня-то квадроцикл маленький, могу куда угодно спрятаться, а у Паши Пеха... Ну, довольно. Тоже маленькая. Тоже маленькая. Ну, ничего. Дам тебе 5 секунд и проверим, кто будет тут маневренней. Итак, 5, уезжаю, 4, пока. 3, 2, 1. Стартуем. Ребята, ловим оба полы. Не догонишь. У меня супер дрифтовый. У меня настолько легкий квадрик, что я могу лететь куда угодно. Даже на Луну. Так, 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 дрифтмастер Ти. Ой. Опасно, опасно. Но, ребята, у меня квадроцикл маленький, электрический и очень быстрый. Поэтому Паше не скрыться. А у меня Пеха дрифтовая. Дрифтовая? И что, далеко ты дрифтовал? Так, 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 да, так, приезжаем. Да, дрифтоваю. Я застрял. Помогите. Нет. Ребята, помогите. Охранник, помогай. Стой, стой, сейчас, сейчас. Оба. Веревка мастер, веревка мастер. Паша, там тупик, на него не едешь. Оба. Касание есть. Ой. Вас подвести, мистер? Бедный охранник, зачем ты его бьешь? Да я его не бил, он сам под колеса там это чинить хотел что-то. Так, ребята, выезжаем из киностудии, потому что Паша меня поймает за 3 секунды. Ой-ой-ой, какой он быстрый. Я расходяюсь до сверхзвуковой скорости. Нет, я быстрее, я реально тут быстрее. Так, проезжаем. О, я знаю трамплин. Ребята, 3, 2, 1, ну, на трамплин, не прыгаем вперед. Конечно, да. Вот тут точно меня Паша не поймает, ребята. Смотрите, берем и вот так делаем. Опа, все, я ты тут, Паша. Ты меня недооцениваешь. Давай, а ты где? Ты знаешь, что я в этом? Где? Что? Чего? Чего? Я думал, ты еще на дороге где-то! Как он тут оказался? Ну, ты слепошара, пока! Я реально тебя не заметил! Ребята, остается по времени 40 секунд! Давай, квадрокоптер, езжай! Давай за 40 секунд, можешь меня догнать, а? Ой, да-да-да! Опа! Вот это касание, я понимаю! А ты меня слушаешь? Если касания не было, ты что? Что ты не было? Что ты не было? Какое не было? У меня машина целая, чистая, все нормально! Едем, полташки раздет! Не понял прикола, ребята! Так, едем догонять! У меня ничего нет, у меня все чисто, все красиво! Апельсин, мандарин, тебя когда по полной? Так, ребята, я его вижу по карте. Он вот он. Далеко уехал. Не успел. На! Касание было. Ой-ой-ой, здрасте. А сейчас будет касание обратное. Нет. Да, блин. А ты не уедешь. На, еще одно касание. Уезжаем. Время. 5, 4, 3. Давай. О, а я знаю, куда я буду прятаться. Я в гараже спрячусь. Все, время вышло. Я почти проиграл, но успел победить и заработать 1 балл себе в коллекцию. Поэтому, чуваки, наша очередь менять следующие автомобили на следующие тачки и переходить к следующему испытанию. Врум-врум, чуваки! Следующее испытание будет на BMW! Но у Паши Ламба, Ламба Урус. Ой, серьезный соперник! Но тут у нас гонка не обычная, а гонка по внедорожью, чтобы проверить, чья тачка везде проходимая. Как танк я поеду, и ты проиграешь. И тогда, чуваки, заработаем еще один балл в коллекции. Давай, начинай! Давненько не было гонки по внедорожью, поэтому на счет 3 стартуем. Бэха или Ламба, Бэха или Ламба. Да. С мигалками. 1, 2, 3, погнали! Ой, иду на таран! Ой, пропустите! Что ты делаешь, водятел? Ты что делаешь? Смотрите, развернул меня! Паша! Пока, водятел! Все, вы нарушили закон! Именем закона, именем полиции вы арестованы! Я вас сейчас задержу! Ты начал первый закон нарушать! Какой? Я полицейский, я не могу нарушить закон нарушать! Иди сюда, иди! Сейчас будет полицейский разворот в заднее колесо ему, ребята! Ну-ка, в задний бампер! Так. Не догонишь меня, полицейский! У меня слишком дрифтовая тачка! Так, полицейский разворот! Опа! Да, получилось! Это полицейский разворот, Паша, учись! Я тебя сейчас ударю! Простите, извините, я не хотел! Ламборгини довольно мощный, я знаю, но меня пропустите! Да хватит меня бить! Ты видел? Я тебя не бил! Я тут дрифчу! Ой, блин, я трассу! Я трамплин пропустил, Паша! Дрифтун, направо! Нет!
Нет! Стоять, стоять, меня там занесло! Ёлки-палки, обогнал меня, обогнал! Я ладно, про ладно. Конечно, все, конечно! Первым ты будешь в очередь в туалет, а я буду первым на финише! Смотри, да, как еду! Я вижу, а ты смотри, как я перед там еду! Оп-оп-оп-оп! Так, чуваки, это тачки точно! Не для гонки по грязи! Ёлки-палки, слишком дрифтовые! Так-так-так-так-так-так-так! Меня уже третий раз крутит тут! Я тоже сзади могу ездить, смотри! О-о-о, видел! Мастер, мастер-класс! Показывай супер-класс! Вот-вот-вот, разворот! А теперь передом, ребята, сейчас получу первое место и медальку! Давай, передом, да, правильно, передом, давай! Ты охрел, что ли? Ты чё? Полицейском! Ну так ты выпендриваешься там, да? Вы закон нарушили! Всё, Паша, ты не отвечишься! В тюрьму его! Так, давай! В тюрьму ты посадишь себя сам! Держим баланс! Финишная прямая, пожалуйста, давай! Бэха, один балл будет! Ой, кого-то развернуло! Смотри! Нет, давай! Так, проезжаем! Ой, как же они буксуют! Давай, финиш! Так, пропускаем! Не-не, полицейский разворот! Полетел! Так, все, нет! Да, смотри, оба, красиво, и финишируем. Это было почти ничья, но на метр я оказался ближе к финишу и получаю еще один балл, чуваки. Счет у нас 2-0, переходим к последним нашим автомобилям. И вот они, ребята, финалисты. Самая быстрая тачка, которая мне выпала, это Lamborghini. Причем, что это за Lamborghini? Я не знаю, какая это Lamborghini будущего. А у Паши самая быстрая тачка, это Tesla у него из коллекции. Причем она реально быстрая. Она даже во всех экспериментах вроде побеждала. Да! Она всю сломанную дорогу везде проезжает. Ребята, она очень быстрая. Лучше ее опасаться. Я даже не знаю, кто быстрее. А это мы проверим в гонке без правил. Тем более, чуваки, гонки сегодня будет настоящая. Мужицкая, так сказать. Вот именно, мужицкая вот такая. Короче, старты мы на казино, но финишируем, ребята. Мы не туда. Я вот туда. Короче, едем через пол карты. Проверим, кто приедет первым. Ламба или Тесла. Ты готов, Паша? Я готов. Ты готов проигрывать, поэтому раз... Два, три, погнали! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я шлифую на месте! Все, пока! Я понял. Че, пока? Я сзади, я рядом. Так, давай. Кстати, чуваки, вы можете также писать в комментариях ваши любимые еще марки. Ой, автомобили, кроме BMW-шек, Lamborghini и Tesla. Ой-ой-ой, Паша, я мне медленно. Мне кажется, это Mercedes. Mercedes? Кстати, может у кого-то Mercedes, может у кого-то Porsche, например. Или у кого-то бетономешалки любимые машины. У меня Porsche и BMW любимые марки. Ой-ой-ой-ой-ой! Паша, мы слишком быстро едем! Ой, у меня тачка не настолько резкая! Ой! Извините, простите. Чего? Я, кажется, сейчас колеса всем проколю тут. Я машина раба! Тесла улетела! Пипец, ребята. Я понимаю, что человек как... Ой! Ё-моё, я жду кудахтал. Карта сегодня через полгонки будет. Ой, точнее, наоборот, гонка через полкарты. Это капец как сложно. Чего ты? Перепутал язык. Так, ребят, офигеть! Я по карте смотрю, он улетел вообще далеко. Паша. Да, я уже стейдишорс проезжаю. Стейдишорс. Только у меня проблемы. Я слишком быстро разогнался. Так, ребята, ой-ой-ой. У меня тачка на большой скорости дрифтить начинает. Я давай, поеду по обочине. Давай, опережай меня. Опережаю. Что, ты меня пропустил? Спасибо. Дай, потому что я сейчас тебя пиндюкаю и догоню. Конечно, не надо. А я быстрый. Смотри, я как формула. Наконец-то я тебя догоняю. Ты побыстрее, чем так, ты. Опасно. Ребята, на скорости она вообще. Посмотри на дат. Я смотрю, Паша. Ой-ой-ой. Это рано иду. Ладно, я пошутил. Как? У него реально тачка быстрее. Ладно, у меня есть секретный прием. Раз, два, три. Секретный прием. Опа! Я сокращу путь по встречке. Еще вот так делаю. Я чуть в космос не взлетел. Так. Нормально. Все под контролем. Паша! Ты где там? Я еду, только через туннель проехал. А я тоже выехал из туннеля. Так, ребята, нужно возвращаться на правую дорогу. По встречке неплохо ехать. Так, ой-ой-ой. Ай, камушек! Стоять! Пока. Фух, ребята, это реально самая жесткая гонка. Но, походу, осталось 900, 700, 600. 500 метров! Пацаны, вы что там сделали? Нет. Там байкеры-мопедисты. Хватит! Подстава! У меня тут все идет не по плану. Так, финиш. Нет! Как ты попал боком в финиш? Это скилл. У меня в конце просто байкер подлетает на меня. Меня сбивает эвакуатор. Начинает тачка дрифтить на месте. Ребята, это подстава какая-то. Но все равно, по баллам сегодня напомню. У меня 2 балла, у Паши 1 балл. И я зарабатываю первое место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент.
Ну что ж, чуваки, а на этом видос подходит к концу. Кому он понравился, поддержите его лайком, а также в комментах, напомню, пишите ваши любимые марки автомобилей. Ну а с вами всем был Джайл Флэзин. Ссылка на Пашу будет также в описании. Не забывайте переходить и подписываться на него тоже. Всем удачи, всем покедово, чуваки! Всем пока, народ!